похудеть. С этим проектом наверняка знакомы те, кто заинтересован в правильном питании и похудении. Всего за 4 года фитнес-эксперт и финалист чемпионатов России по бодибилдингу Александр Кожевой совместно со специалистом по правильному питанию Натальей Троицкой создали программу, которая помогает построить идеальное тело и научиться питаться правильно и вкусно. Давайте узнаем, как семейная пара из Твери сделала проект, который пользуется успехом у тысяч людей по России и всему миру. И все-таки, реально ли похудеть без голодовок и насилия над собой, да еще и сохранить этот результат на протяжении всей жизни? Наталья Александровна, добрый день. Добрый день. Как началась ваша история в Твери? Наша история началась уже почти 4 года назад, как раз после того, как Саша выступил на соревнованиях. Это был его дебют, и мы стали достаточно хорошо разбираться в питании, потому что подготовка к соревнованиям научила нас очень многому. И в первую очередь Сашу, он на себе это все испытал. А плюс тогда у нас родилась Полина, и я тоже восстанавливалась после родов и активно сбрасывала вес, в том числе из-за его подготовки, потому что я питалась так же, как он практически, я очень хорошо похудела. Так как ребенок маленький, обычно мамы чем занимаются? Сидят в различных мамских группах, чатах, форумах. Я тоже там постоянно зависала. И в один из таких вот дней я увидела, что девушки объединились в группу и решили похудеть. Но похудеть они решили не за счет здорового, да, правильного выстроенного рациона, а за счет препаратов. И в тот момент я предложила девчонкам, которые собирались вот так вот похудеть, не тратить деньги на препарат, а просто чтобы им Саша сделал питание, и они попробовали попитаться так. Стартовало с чего? То есть там всего изъявили желание там порядка 20 девчонок. И, значит, я вот вечерами начал составлять им питание в течение там нескольких дней после работы уже. Вот. И мы добавили их в чат, чтобы они там имели возможность какие-то вопросы задавать, что на что заменить, да, какие-то продукты. Вот. И в итоге это все вот переросло в такую какую-то движуху, от которой мы сами начали получать удовольствие, потому что там началось живое общение, какие-то шутки, прибаутки. И вот мы что с тобой предложили, чтобы они через 3-4 дня после того, как стартовали, грубо говоря, им питание составил, отписали свои первые результаты. И проходят там 3-4 дня, они пишут, у кого-то килограмм, у кого-то полтора. И они такие, вау, мы же худеем без каких-то там, знаешь, заморочек, потому что питание было, в принципе, доступно. Это продукты, которые в любом магазине продаются. Они там и хлебушек могли поесть, да, и булочку с маслом съесть, и рыбы, и мясо, овощи, фрукты, и молочные продукты, чего многие не позволяют себе на диетах. Молочка, боже мой, она же воду задерживает. То есть здесь вот питание было на самом деле полноценное, они просто не врубались от того, как они худеют. Потому что ели, голода не испытывали, там у них завтрак, обед, ужин, перекусы в течение дня. И по истечении месяца скинули там 6-8 килограмм, и просто вот начался такой повальный шквал людей, которые стали нам писать. Конечно же, сработало очень сильно сарафанное радио, и Тверь тогда, наверное, впервые, да, услышала о нас, то есть начались рекомендации. В тот момент Саша понял, что можно не только для Твери делать этот проект, то есть его можно вводить на федеральный уровень, потому что мы работаем удаленно, нас ничего не ограничивает. Сделаю некое уточнение. Мы сначала, это все не было никакой абсолютно коммерческой составляющей, это просто было вот из интереса, да, люди обратились, а мне это было... Инициатива пошла не от вас, а от ваших друзей, знакомых, тех, кто хочет похудеть, да, в первую очередь. Да, это просто было любопытно, это было интересно. То есть девочки, даже которые у нас уже изначально пришли похудели, говорят, мы хотим еще, придумайте нам какую-нибудь еще программу, мы готовы там, готовы, хотим. Более разнообразное питание, потому что у нас в чем фишка? Я там рассчитывали, да, соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, но не как это обычно на диете. То есть у людей правильное питание обычно, вот по опыту работы я уже понимаю, есть определенные шаблоны в голове. И им кажется, что это рис вареный, не соленый, куриная грудка, такой вот резиновая, как баскетбольный мячик, ее отварил, через час ее можно кинуть об пол, она до потолка подлетит. И какие-то салаты. Хотя на самом деле, если сделать правильные расчеты БЖУ и подобрать интересные рецепты, у нас люди худеют, едят выпечку, блинчики, запеканки, есть ппшные шавармы, ппшные пиццы. То есть это вообще на диету не похоже. И в этом, вот, наверное, успех наш, потому что мы не заставляем людей есть пресную, безвкусную вот эту вот еду, которая, ну, не знаю, там 2-3 дня, и у тебя происходит срыв, потому что, ну, невозможно в таких жестких условиях находиться. Питание вкусное, разнообразное, сытное. Нет голода.
нет ощущения того, что, приходя в магазин, ты идешь, смотришь на эти прилавки и думаешь, как мне вот хочется чего-нибудь, а это нельзя, то нельзя. То есть ты идешь, ты покупаешь, в принципе, вот то, что тебе нужно. Овощи, фрукты. То, что требует твой организм. Да, молочные продукты. То есть люди, обращаясь к нам, они сначала заполняют подробную анкету. Там есть антропометрия, такие стандартные параметры. Рост, вес, возраст, то, что необходимо для расчетов. Но они обязательно пишут, что они любят есть и что они есть не любят. Главное именно, да, в наших программах и, в принципе, в том, как питаются девчонки, это то, что у них нет ощущения, когда они приходят, например, в гости, что они неполноценные какие-то. Я на диете, мне ничего нельзя. Да. То есть они могут все кушать, абсолютно все, просто в пределах разумного. Для этого у нас существуют чаты с поддержкой, где кураторы им помогают сориентироваться, что когда можно съесть, в каких количествах и чем заменить какие-то продукты. Вот. Вся система выстроена так, что мы обучаем людей в процессе, потому что на самом деле здесь не просто какие-то вот эти расчеты, которых нужно постоянно придерживаться и всего взвешивать там на весах. Люди просто понимают, какие продукты, в какой половине дня нужно есть. Это основа. И примерно в каких количествах для себя. Для того, чтобы, то есть, например, если ты раз в неделю пойдешь в Макдональдс и съешь там гамбургер, это никак не отразится на твоей фигуре, если ты это, в принципе, грамотно умеешь строить свой распорядок дня. Конечно, если ты будешь каждый день так делать, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Но смысл в том, чтобы жить как обычный человек. Есть то, что хочется, когда хочется, и при этом всегда хорошо выглядеть. Вот такая вот экосистема выстраивается именно в голове у тебя, потому что ты начинаешь разбираться, что есть, когда есть, сколько есть и какие продукты друг с другом сочетаются. Вот и все. Этому не учат. Этому не учат ни в садике, ни в школе, ни в институте, когда ты идешь учиться. По сути дела, люди просто понятия не имеют о том, как нужно питаться. Именно чтобы это питание было здоровым, правильным, вот естественным с точки зрения физиологии, результат приходит очень быстро. То есть на самом деле, если ты все делаешь правильно, там не нужно ждать даже неделю. Да? То есть 2-3 дня, и у тебя сразу там минус килограмм, минус полтора. Поначалу вес действительно уходит очень быстро, лишний. Потому что, как я уже говорил, это отклонение от нормы организма всегда стремится как можно быстрее прийти вот в естественное для него состояние. Самое главное, как мужья их рады, парни, да, дети. То есть даже от мужчин благодарности поступают за то, как изменилась там его половина. И очень часто такое бывает, что в проект за женами приходят мужья. Впоследствии все семьи приходят вот на такое питание. Это становится нормальным, в том числе и для детей. Потому что дети, им не обязательно же там что-то рассчитывать. Дети, если видят, чем питаются родители, они просто повторяют и делают так же. И это, конечно, классная такая миссия, правильная. Пару слов, как к этому пришли, да? То есть ваша предыстория того... У тебя интересная история. Ну, у нас история довольно забавная, потому что мы с Наташей учились вместе в одной школе. В параллельных классах. 2 года. Но при этом не были знакомы. Причиной тому было то, что Наташа в школе была девушкой довольно популярной, симпатичной. Она занималась там эстрадными танцами, они постоянно ездили выступать. А я в школе был очкарик. У меня были ярко выраженные рыжие волосы, сейчас я потемнел. Были кудри, как у барашка, вот, и были толстые ножки. Я более того могу сказать, что в детстве, я помню, я прихожу в магазин, и меня спрашивают, что тебе, дочка? Ну и в школе мне постоянно прилетало. То есть всякие тумаки от одноклассников. И затем как-то вот, я даже не знаю, как меня занесло в фитнес-клуб. Тогда не фитнес-клуб, это, наверное, правильнее назвать, не знаю, тренажерный зал, либо там подвал какой-то. Ну а так у меня особо друзей никого не было. Я мало с кем общался, и делать мне было нечего. Мне понравилось. То есть там все ходят, тренируются сами по себе. И я начал ходить каждый день. Ну и впоследствии как-то меня затянуло. По прошествии многих лет мы уже встретились с Наташей вновь, чисто случайно. Вот можешь рассказать, как это произошло. На мой день рождения я пригласила там подругу свою. У меня было такое чисто женское день рождения, девичник. Она говорит, слушай, ну можно я своего молодого человека возьму, а то ему скучно. Я говорю, да, ради бога. А он попросил взять с собой друга. И вот как бы взял Сашу, и так мы познакомились, стали общаться и достаточно быстро поженились. Самое интересное для меня, это был момент, когда ее подруги узнали, что она встречается с Сашей Кожевым,
И это были мои бывшие одноклассницы. И они помнят меня в школе, какой я был, вот, но совершенно не имели понятия, какой я стал сейчас. Как вы пришли вот к этой карьере профессионального бодибилдера? Какие самые яркие достижения у вас есть? Константин Григорьев, фитнес-тренер из клуба «Атлетик Джим», он одновременно является президентом Федерации бодибилдинга города Твери. Он увидел меня в фитнес-клубе, когда я туда пришел заниматься в «Атлетик Джим», и начал крайне навязчиво говорить мне о том, что мне нужно выступить на соревнованиях, потому что выглядел, ну, с его слов, я прям очень-очень хорошо, и глупо не выступать. А я все время отникивался, говорю: слушай, я занимаюсь, мне просто это нравится, мне это любопытно, мне это интересно, ну, просто классно. Вот. Но в итоге какими-то там тернистыми путями он мне предложил поехать там познакомиться с одним известным российским культуристом Андреем Макеевым. Вот мы съездили, я как-то, видимо, посмотрел на это на все с другой стороны, зарядился, ну и подумал, ну почему бы нет. Ну вот в итоге мы выступали, и сразу с первого раза я занял 3-е место на чемпионате Московской области, это в категории свыше 100 килограмм. В Твери 2-е место, затем финал чемпионата России. В прошлом году я 2-е место занял на Гран-при России. Чем ваш проект отличается от других? Что вы от себя предлагаете такого классного, уникального, что заинтересует человек, который хочет похудеть? И почему он в итоге придет к вам, а не в какой-то другой, скажем так, аналогичный проект? Все предлагают одно и то же. Мы порядка 2 лет назад пытались вывести некое уникальное торговое предложение, чтобы нас отличало от других. Это невозможно сделать в данной нише. Когда ты берешь описание любой программы для похудения, абсолютно любого проекта, вот 90% написано как под копирку у всех. Но только попав в проект, ты понимаешь, во что ты либо ввязался, либо куда ты попал. Вот очень большая разница только после уже внесения оплаты, к сожалению. К сожалению. Потому что есть люди, которые предлагают абсолютно то же самое, что и мы, например, в 2, то и в 3 раза дешевле. И люди думают, что это дурак, что ли, платить там, например, там 3000 рублей, я смогу заплатить 1000 рублей, да? Вот, но они платят эту 1000 рублей и остаются, по сути дела, ни с чем. Им присылают вот такой же листочек А4, где написано там, что есть, и на этом все заканчивается. Хотя, естественно, обещают там работу 24/7, хотя мы такой глупости никогда не пишем. Хотя пишут все 24/7. Это невозможно. Вопрос. Что это за глупость? У нас люди работают по графику 2/2, и рабочий день с 9 утра до 9 вечера. Вот, поэтому выделяться за счет вот каких-то обещаний, назовем это так, здесь невозможно. Можно выделяться только за счет того, как ты относишься к своей работе. Вот я, наверное, единственный человек, в принципе, вот из всех этих проектов, который на регулярной основе, там, 1-2 раза в неделю, на самом деле, провожу эфир вообще почти каждый день в разных социальных сетях. Когда ты проводишь эфир, например, рассказываешь там какую-то тему, как преодолеть тягу к сладкому. Люди видят, какой ты человек, как ты общаешься, какая у тебя речь. Они имеют возможность задать тебе вопрос, получить ответ на этот вопрос, ты можешь услышать компетенции. И люди приходят на эфиры, слушают мои рекомендации, внедряют их в свою жизнь, и на следующей неделе, уже приходя на следующий эфир, они имеют некий такой баланс доверия ко мне. И впоследствии вот именно такие люди, они и приобретают наши программы. Когда начинается сравнение там, нашего проекта с другими проектами, очень радует то, что девочки подчеркивают то, что действительно работа происходит хоть и в группе, но индивидуально. И меню подобрано, и куратор вот прям под тебя все подстраивает, и ответы ты получаешь, и мотивацию. Плюс можешь на эфир сходить Сашу послушать, можешь прийти на онлайн-тренировку потренироваться. Мы еще даже приглашаем психолога часто, да, потому что есть там психологические аспекты при похудении, и психолог тоже проводит эфиры, и это все в комплексе дает, ну, очень классный результат. В итоге, когда мы работаем над каким-то даже проектом новым, да, программой, у нас всегда разное мнение. Мы
Мы ссоримся. Ссоримся. Я закончу. Да. Подведу сейчас. Ссоримся, причем, ну, по работе. Мы понимаем, что мы ссоримся по работе. Это безумно раздражает, и мы стараемся. Ну, не может быть никогда единого да, мнения. Да, да. А потом спим на разных сторонах кровати. Да. А потом сторона. Ну, ладно, давай так. Ну, ладно, я же тебе говорил так. А я тебе вот так. Ну, ладно, давай сделаем вот так. И в итоге к чему-то приходим. И что касательно похудения, да, там многие говорят, я пойду в фитнес-клуб, потому что я хочу похудеть. Я люблю фитнес-клуб, я обожаю фитнес, но люди немножко не понимают, что похудеть – это больше про питание, чем про физические нагрузки. Потому что, по сути дела, когда мы тренируемся, мы воздействуем, да, на нашу там, мышечную массу, а мышцы и жир – это совершенно разные субстанции. Есть деревянный стол, есть стеклянный стакан – это совершенно разные вещи. И когда мы говорим о питании, в основе всегда лежит, что дефицит калорий. То есть нужно калорий кушать чуть-чуть меньше, чем тебе необходимо для поддержания веса. И тогда вес будет уходить. Но не все так просто, потому что обычно говорят, нужно просто меньше есть, и ты похудеешь, да? Все эту фразу слышали. Я всегда говорю, ребята, если бы все было так элементарно, сейчас бы все по улице ходили стройные и красивые. И вот здесь вот как раз-таки заключается наша работа. Не просто там калории посчитать на мобильном приложении. Это может сделать каждый, но результат получит от этого далеко не каждый. Важно соотношение белков, жиров и углеводов. Вот в этом вот на самом деле заключается основная концепция наша. Потому что, если ты, например, ешь недостаточное количество белка, ты можешь похудеть, но при этом у тебя будет дряблая кожа. Вот когда говорят похудеть и обвиснуть, это как раз-таки строгие диеты, когда телу не хватает питательных веществ, и начинаются вот эти вот всякие процессы преждевременного старения, дряблая кожа. У нас в чатах находится, допустим, там 20 девушек, да, чат, 20 девушек. И да, у них разный рост может быть, разный вес, разный возраст, но вот они там начинают общаться, и они понимают, что у них на самом деле, вот они все разные, а проблема-то одна и та же. Это нехватка времени, нехватка внимания, и они начинают, вот когда общаются, они друг друга наполняют вот желанием меняться. И они начинают выкладывать, смотрите, что я приготовила, съела, а вот что я приготовила, съела. И это не какая-то обязанность там выкладывать фотографии еды, это их стимулирует. Вот одна выложила, и другие понимают, она съела. Ну, значит, я тоже не буду филонить. На самом деле, кажется, это не про похудение, но это очень помогает похудеть. Просто ты понимаешь, что люди-то, они все одинаковые, и проблемы у всех такие же. Ну, если там Таня может, ну, значит, и Маша может, потому что они находятся в одинаковой ситуации. У нас была программа, и есть она для девушек весом больше 90 килограмм. То есть мы так ее и назвали, 90+, и там девчонки только крупненькие. У них программа рассчитана на полгода, и за эти полгода, которые они были в проекте, они добились, вот первая группа, я как сейчас помню ее номер, 75, это мои самые любимые девчонки, вот, они добились потрясающих результатов. Там и 20, 30, 40 килограмм они потеряли. И за это время полюбили себя настолько, что они поменяли мужей. То есть за эти полгода. Все. Ну, не все, да, но у тех, у кого действительно были проблемы, и они понимали, что, наверное, дело все-таки не только во мне. Они начали себя любить. То есть они видели себя уже обновленными, поменяли гардероб, устроились на новую работу, то есть что-то меняли. Стали с детьми ходить гулять, там, не в спортивках с кроссовками, там, с какой-то там, не знаю, футболки с пятнами. Они стали красиво одеваться, стали ухаживать за собой, стали делать массажи, покупать там косметику. То есть полюбили себя, начали принимать, и их жизнь кардинально изменилась. Они до сих пор вот на связи, они периодически все равно приходят на поддержание, там уже какие-то новые наши программы, просто им это интересно. И вот это заставляет задуматься, наверное, о том, что вот насколько, да, женщины за лишним весом теряют себя, то есть уходят в свои комплексы, внутреннюю какую-то депрессию, потому что это очень негативно сказывается. В том числе, по-моему, двое там девочек, не помню, они как раз там не могли забеременеть, у них были некие проблемы, эндокринологи, гинекологи, все как один говорили, нужно худеть, 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 худеть. Они пришли изначально с этой целью. Вот у нас есть кураторы, которые общаются в чатах. Большинство из них – это девушки, которые когда-то… Да, все из них. Да, все меняли свою жизнь и пришли уже к вам работать. Да, прошли обучение, там мы отправляем в колледж бодибилдинга и фитнеса города Москвы. Я к чему это говорю? В нашем случае
люди, которые с тобой работают, они не просто там хорошо понимают твою проблему, они эту проблему сами пережили, угу. были точно в такой же ситуации, испытывали точно такие же эмоции, первоначальный страх, затем неуверенность, затем вот этот вот эмоциональный подъем, когда ты уже видишь результаты и начинаешь верить в себя. И с такими людьми результаты добиваются всегда все, потому что ты их лучше чувствуешь. Вы говорите, да, что, ну, понятно, полные люди, как правило, у них, может быть, там, занижена самооценка, как правило, они в чем-то не уверены, но есть и много людей, которые, скажем так, не худенькие, полные, которые, тем не менее, радуются жизни, которых устраивает их масса, вес, тело, фигура и так далее, да, и, ну, вообще во всем мире там бодипозитив расцветает, процветает. Вот как вы к этому относитесь, да, потому что все-таки, да, мы говорим о том, что человек с нормальной массой тела, человек худой, он и чувствует себя лучше физически, и, ну, и внешне, да, себе больше нравится. Вот как вы относитесь к направлению бодипозитива, когда... Ну, опять же, и модели крупные у нас на подиумах практически, да, на всех показах. Давай ходят. Я отвечу, потому что тебя, наверное, понесет. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как ему комфортно. Мы все-таки про здоровье, да, больше. То есть внешний вид – это прекрасно, но здоровье, оно важнее. Бодипозитив – это все-таки больше про восприятие себя, даже не с точки зрения полноты, да, а с точки зрения еще там каких-то дефектов, да, там кто-то стесняется шрамов там, и так далее. Если человек принимает себя вот полным, да, с лишним весом, значит, ему так комфортно, это ему так нужно на данном этапе его жизни. Никто не застрахован от того, что через 2 месяца у него что-то щелкнет, и он скажет, нет, мне нужно похудеть, потому что у меня болят колени, мне тяжело ходить, да. Потому что там в 20 лет, сейчас все равно это более молодое направление, про это говорят там молодые блогеры, то есть там, ну, там 22-летние девчонки, у них еще ничего не болит, они еще даже там не рожали, да, образно. А вот когда может... такой момент случится, что она вышла замуж, они решили завести ребенка, и что-то у них не получается, и когда эндокринолог или гинеколог скажет, слушай, милая моя, у тебя тут вот есть тут лишечка, нужно бы с этим что-то делать, у нее мировоззрение немножечко поменяется. Но у меня есть некое дополнение. Эстетическое. Да. Бодипозитив. Изначально концепция заключается не в том, там, полный или худой, высокий или невысокий. Изначально, вот откуда это вообще все, скажем так, понеслось? Есть люди, например, которые попали в какую-то непростую ситуацию. Например, случилась автокатастрофа, да? И человек пострадал. Например, у него остались какие-то шрамы. И он из-за этого чувствует себя в обществе неуверенно, особенно если это дети. Дети, в принципе, жестокие, они все время бегают и дразнятся. Я это на себе испытывал, я знаю, о чем говорю. Вот. И концепция бодипозитива, она подразумевает что? Что неважно, там, высокий ты, невысокий, да, есть у тебя есть нога, у тебя шрамы, рука, нету, да, да там, рука, нога, то есть мы все люди, мы все равны, мы должны друг другу помогать, любить, и все будет хорошо, не переживай, да, то есть вот в этом основное направление. Затем все услышали слово бодипозитив, и, значит, девушка, у которой там 40 лишних килограмм, она говорит, а почему, ну, это ненормально? Вот, ну, она одевает купальник, вот, выкладывает свои фото в Инстаграме, как она там трясет попочкой, да, там, на камеру, и говорит, вот смотрите, я такая, я себя люблю, это круто, я не стесняюсь. Ну, окей, но все-таки это вещи немного разные. И, как Наташа говорит, есть такой фундаментальный, да, фундаментальная вещь, как здоровье. Лишний вес – это риск сахарного диабета, перед этим инсулинорезистентность, повышенная нагрузка на суставы, то есть это всегда больные колени, это проблемы с поясницей, это проблемы с суставами, которые, как сказала Наташа, в 20 лет ты не чувствуешь, а в 30-ник уже точно прилетит. И говорить о том, что это клево, ну, я с этим немного не согласен. Многие придерживаются такого мнения, что невозможно подобрать индивидуальные программы питания там, и каких спортивных нагрузок для человека, прежде чем человек не пройдет какие-то там массу анализов, осмотра у врача и так далее и тому подобное. Как вы подбираете
программы для ваших клиентов, которые хотят похудеть, и как вы что вы делаете для того, чтобы это было действительно эффективно, и чтобы это никак не сказывалось в дальнейшем на здоровье человека, то есть чтобы это шло только в пользу, а не во вред. Смотрите, вот человек приходит к диетологу, платит за один сеанс приема, он ему говорит: слушай, дорогая, тебе нужно сдать анализы, ты выходишь, хорошо, заплатила 2000 рублей. Дальше ты идешь, сдаешь одни анализы, заплатила, тут 1,5, там 2. В итоге ты сдала все анализы, у тебя в кошельке минус 10 тысяч рублей, но еще нет никакого результата. Так? Да, ну, так и есть. Так и есть. И дальше уже начинается работа, где каждый сеанс, каждая консультация стоит энное количество тысяч рублей. Теперь, вот смотри, когда ты решила, например, заняться спортом, да? Например, ты решила заняться, не знаю, там, лыжами, либо сейчас лето, что там, ты решила заняться плаванием. Ты же не начинаешь сначала покупать себе очки, маску, ласты, специальные профессиональные, супершапочку и специальный костюм, который не создает трения, когда ты двигаешься в воде, для того, чтобы ты быстрее двигалась. Нет, ты, наверное, сначала просто учишься правильно плавать, и если ты идешь к тренеру, он тебе рассказывает какую-то технику, биомеханику, определенную движений. Так ведь? Когда люди хотят похудеть и при этом абсолютно не разбираются в питании, не нужно искать, вот как там сказали, да, черную кошку в темной комнате, вот там, где ее нет. Нужно начать с азов. Основы следующие. Ты хочешь похудеть. Вот основа. Это дефицит калорий. Но не как делают девушки, там, например, они посчитали в мобильном приложении, мне надо 2000 для поддержания веса, значит, я буду есть 1000, значит, я быстрее похудею. Угу. Нет, нужно вот разбираться, как правильно высчитывается дефицит калорий, например, на 15-20%. Какое правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Да даже бог с ними, с этими расчетами. Просто нужно знать, что углеводы нужно есть в первой половине дня, если ты хочешь похудеть. Вторая половина дня – это преимущественно белковые пищи и овощи. И нужно знать, из чего получаешь углеводы, где простые, а где сложные. Соответственно, похудение нужно есть сложные. Нужно приучить себя еще более элементарно к регулярным завтракам, обедам и ужинам. То есть у тебя должны быть в любом случае 3 полноценных приема пищи в течение дня. Вот я когда провожу прямые эфиры, они ведь ничего не стоят. Я не спрашиваю, какой у тебя рост, какой у тебя вес. Есть определенные фундаментальные вещи, которые работают абсолютно на всех. У тебя 2 глаза, 2 руки, 2 ноги. У всех все одинаково. Ну так зачем что-то усложнять? Обращаться к медикам, сдавать анализы нужно, наверное, тогда, когда базовые вещи на тебе не работают. И когда ты понимаешь, наверное, есть какие-то у меня действительно отклонения, да? Например, у меня инсулинорезистентность. Вот когда не работает то, что работает всегда и на всех, базовые вещи, да? Да. Вот тогда уже нужно об этом задумываться. Но когда люди изначально все усложняют, тратят кучу денег и, самое главное, не получают результата, вот это вот печально. И вот обычно на этом все и заканчивается. Они видят распечатку, общий чек, сколько это все будет стоить. И на этом все. Я вот с полной уверенностью могу сейчас сказать на камеру, что у нас люди за счет питания, даже не берем там в расчет какие-то физические нагрузки, например, домашние, которые мы даем, если речь идет именно о том, что нужно избавиться от лишнего жира, получают гораздо больший результат, чем за месяц тренировок с персональным тренером. Я даже больше скажу, зачастую тренер не может составить рацион питания достаточно компетентно и грамотно. Как правило, это и сводится. Рис, куриная грудка, хочешь вкусного, съешь яблоко. Зачастую именно так. Но даже если тренер составил рацион питания, как вы думаете, будет ли он с 9 утра до 9 вечера отвечать на любые ваши вопросы? Какова сейчас география участников проекта «Раша худей»? Ого, да это даже не только Россия. Россия, СНГ, да, страны. У нас есть пара из Лондона, участница есть из Майами, была из Нью-Йорка не так давно, даже несмотря на часовые пояса, да, разницу все равно. Из Африки тоже были участницы, потому что у них проблемы там с молочкой, тоже там по питанию достаточно сложно у них были. В общем, там, где есть русскоговорящие мигранты. Да. Из Мексики участницы есть точно. Да, пара из Катара, там парень говорил только по-английски.
Да, то есть мы программу делали на английском полностью. На английском, значит, у вас есть возможность общаться. Кто-то у вас в команде, кто у нас, владеет девушки, хорошо. Кураторы есть англоговорящие. Назовите там топ-3 или топ-5 главных ошибок или таких мифов, с которыми сталкиваются участники вашего проекта. Нельзя есть после 6. Вот это просто топчик. Это первый. Ну, это абсолютный абсурд. Непонятно, почему после 6, там, а не после 8, например. Ну, суть такая. Или после 12 ночи. Да. Там, надо, например, там говорят, разогнать обмен веществ. Все девушки знают, что быстрый обмен веществ – это хорошо, а медленно – это плохо. Да, все это знают. А что такое обмен веществ? На самом деле, вот обмен веществ, если на пальцах показывать, это вот, например, ты съела кашу, каша переварилась, и затем каша усвоилась. Вот это вот и есть обмен веществ, который попадает в твой организм. И вот этот вот процесс съел, переварил, усвоил, он занимает около 2,5-3 часов. Именно поэтому есть рекомендуют каждые 3 часа. Именно поэтому детей в саду кормят каждые 3 часа. Именно поэтому грудные малыши плачут примерно каждые 3 часа, когда ты их прикладываешь к груди. Ну, потому что у них это все на тот момент еще вот физиологически правильно выстроено. Но когда мы вырастаем, мы эти вещи забываем. И смотри, какая интересная штука. В сутках 24 часа. Вот чтобы был обмен веществ быстрый, по сути дела, твоя задача сделать так, чтобы каждые 3 часа ты что-то переваривала. Это не обязательно полноценный прием пищи, вот, как я уже говорил, приучить себе завтрак. Вот, точнее, завтрак, перекус небольшой. Завтрак, обед и ужин. Да, какие-то перекусы, там йогурт, банан, что-то еще. И смотри, какая интересная штука. Ты после 6 не ешь, например, легла спать в 11 вечера. В 7 утра встала на работу. 13 часов из 24 часов ты ничего не ела. Но большинство людей, они ведь не завтракают, потому что некогда. Там чай с бутербродами в лучшем случае. Еще 4 часа накинем, допустим. Это уже 17 часов ты ничего не ешь. Ну, о каком быстром обмене веществ может быть идти речь? Он медленный. Поэтому не есть – это абсурд. Это даже если ты ешь в 11 вечера, это не означает, что ты будешь набирать вес. У нас есть люди, которые худеют. Они и ночью едят. Да, посменно работают. Пример перед вами. Да. И это абсолютно не мешает похудеть. Имеет значение другое. Не во сколько ты ешь, а что именно ты ешь. Вот что имеет фундаментальное значение. Чтобы похудеть, нужно обязательно тренироваться. Это тоже вот один такой. Похудение мы рассматриваем, вот делим хорошую фигуру, давай разделим на две вещи. Процесс избавления от лишнего жира, именно от жира. Потому что худеть можно за счет мышечной массы, тогда будет дряблость. Да, это да, не, такой, не, так, тот, не наш вариант. Так обычно и бывает, на самом деле. Процесс избавления от лишнего жира. И второй момент, когда ты хочешь иметь красивую фигуру, девушки обычно подразумевают подтянутое упругое тело. Это уже исключительно силовые тренировки. То, что на грудном вскармливании нельзя худеть. То есть невозможно похудеть. Тоже миф. Это очень часто приходят девушки, а я родила 2 месяца назад, я на ГВ, у меня много ограничений, мне, наверное, нельзя худеть, это тоже на самом деле. Я ем за двоих, потому что мама говорит, что если я не буду есть за двоих, то у меня не будет молока. На самом деле это тоже очень большой миф, и у нас даже есть специалист по грудному вскармливанию, который эти мифы развеивает и помогает подстраивать рацион. Один из таких главных тезисов, да, что вы составляете программу правильного питания, и этот результат каждый ваш клиент сможет сохранить на всю жизнь. Правда ли это, что можно сохранить и самому поддерживать вот такой вот результат постоянно? Можно не только сохранить, но и улучшить этот результат, потому что в рамках проекта участницы учатся это делать самостоятельно, и спустя даже какое-то время, если они не придерживаются питания по каким-то своим, да, причинам, мало ли какие, да, они могут быть, они всегда знают, с чего начать. Поэтому они на протяжении всей своей жизни могут себя поддерживать в отличной форме. Расскажите, где любите гулять в Твери? Бабачевский рощ. Да, мы там живем недалеко. Это одно из самых наших любимых мест, таких семейных. А любимое кафе, ресторан, гастрономическое место в Твери? Старбаку. Тут прямо опередил, да. Какое последнее событие посетили в городе? Куда мы? Этот конкурс красоты. Мисс Тверь? Мисс Тверь, да. А потом все закрыли. Самое запоминающееся у вас событие, связанное с Тверью? У меня почему-то воспоминания из детства идут. Я не знаю, почему у меня всегда всплывают воспоминания о Дне города.
Может быть, потому что я занималась танцами 10 лет, и на каждый день города мы где-то танцевали, выступали, и у меня день города – это какой-то такой праздник, какое-то фееричное событие, хотя последние 3 года мы его даже, наверное, не посещали. И я каждый год говорю: так, надо сходить на салют с Полиной, показать, она уже все понимает. Какое место в городе вы посоветуете первым делом посетить человеку, который впервые приехал в Тверь? Набережная, да, наверное. Степана Разина или Афанасия Никитина? Степана Разина? Ну, гулять мне там нравится. А мне, я бы, наверное, Афанасия Никитина. Там все-таки памятник, история тоже. Я неправильно сказал, там знание города. Афанасия Никитина? Да, мы там кормим утку. Что, на ваш взгляд, требует первым делом изменения в городе? Нам не хватает, наверное... Ну, нет, ну давай самое такое... интересное, да, каких-то технологий. У нас как-то все по старинке. Но все-таки хотелось бы, наверное, каких-то именно хотя бы там велосипедов, которые можно взять в прокат, да, доехать куда-то, оставить их там. Ну, что-то вот такое. Мест, да, для прогулок больше, потому что у нас город красивый, мест много, но как-то все во многих случаях не облагорожено, не ухожено. Хочется чего-то такого интересного, необычного, именно куда могли прийти люди, да, познакомиться, пообщаться, посмотреть друг на друга, как-то вот показать себя, посмотреть на других. Ну, следом вопрос в эту же тему, какого места не хватает в Твери? Ну, вот как раз до такого. Как была у нас беседка как раз вот на набережной Степана Разина, такое некое свободное пространство, там розеточки, я не помню сейчас, мне кажется, ее уже убрали. Вот чего не хватает, я бы, наверное, сказал, немножко дворы облагородить. Вот, благородие, это, да, это на самом деле вот где люди живут, где ездят, стало лучше. Вот бывает, едешь по хорошей дороге в Твери и радуешься, помнишь, какие они были, сворачиваешь во двор и расстраиваешься. А там же люди живут, они там ходят, там детишки бегают. Гордость Твери. У меня почему-то Тверь ассоциируется с колесом обозрения, на которой, честно говоря, я не каталась 5 лет и, наверное, не соберусь. И ассоциируется с памятником Афанасия Никитина, с путевым дворцом. Печаль Твери. Мусор. Да. А мне кажется, наоборот, Тверь стала достаточно чистым городом. Она стала намного чище. 3 имени, которые лично для вас неразрывно связаны с Тверью. Наталья Сергеевна Турецкая. Да, Саша. И мама. Мне кажется, с Тверью, вот даже если абстрагироваться, да, если даже вот мы не живем в Твери, то очень многие, даже когда участницы к нам приходят, говорят: там, какой у вас город? У нас указано, да, город, то есть мы не скрываем там, откуда мы. Они такие: о, это же у вас Михаил Круг, да. Ого! То есть, да, наверное, Михаил Круг. Тверь она какая? Опишите в 3 словах. Для меня Тверь всегда зеленая. Почему-то я не воспринимаю наш город там осенью, зимой. Для меня она всегда вот красивая только летом, когда она зеленая. Я бы, наверное, сказал, уютная. Уютная? Да. Спасибо вам большое за интервью, за беседу. Действительно, очень интересно было вас послушать. И мне кажется, это можно делать бесконечно. Спасибо. Спасибо.